Добрый день! В этом видео я хочу рассказать вам о том, как изменился доход ютуберов, блогеров от коронавируса. Значит, как вы знаете, я в конце января начал получать доход от ютуба и вышел на доход в феврале примерно по $1 в день. И в марте начались проблемы, и мой доход просел вот до $26. Как же выглядела ситуация в марте, да, то есть где-то максимум был на мартовских праздниках, и дальше пошло вот такое вот снижение трендовое, да, то есть из-за чего оно происходит. Дело в том, что доход на YouTube от контекстной рекламы, он зависит от ставок, то есть там аукционные ставки, соответственно, рекламодатели, когда они сталкиваются с снижением спроса, многие отрасли просели из-за этого коронавируса и кризиса, соответственно, снижаются, либо рекламодатели вообще отказываются от рекламы, либо их становится меньше, меньше они готовы платить, либо они меньше готовы платить в долларах, да, то есть даже если в рублях платят столько же, то в долларах эта сумма становится пропорционально меньше. Что же это был за всплеск? Были слухи, что Москву перекрывают. Просто проходил мимо Ленинградского шоссе, снял, что движение свободно в обе стороны, как бы, и разместил на видео. Но спрос есть на такие видео. Люди хотят своими собственными глазами убедиться, что никаких ограничений нету. Поэтому на это видео был большой спрос. Вот, таким образом, хоть как-то удалось компенсировать вот это вот снижение дохода. То есть сейчас я стал зарабатывать примерно в 2 раза меньше, чем до кризиса. Вот. Но я думаю, что с аналогичной проблемой столкнулись и многие другие пользователи YouTube. Ну, с учетом пересчета на рубли, может быть, там процентов только на 30-40 снижения. Вот, спасибо большое за внимание. Если вам понравилось, ставьте лайк, пишите в комментариях, как можно повысить доход на YouTube, с какими проблемами столкнулись лично вы. Спасибо за внимание.